На Бессарабской площади массовая авария из-за, по-моему, воды. Посмотрите, что они сделали. А, пошла вода из люка канализационного. Вот что произошло. И тут образовался просто-напросто каток. Из этого люка, по всей видимости, пошла вода. И, ой-ой-ой, смотрите, галимый каток. Галимый каток. Машин не было шансов даже хоть как-то затормозить, потому что тут, конечно, тут просто каток. Бедняги. Они ничего не могли сделать вообще. Они просто скользили по этому, по льду. Посмотрите. Тут склон, и на склоне получается лед. И все просто-напросто катились. И кто-то кого-то догонял. Тут и свидетели, я смотрю, и машины. Короче говоря, получается, что полилась вода из люка из-за прорыва канализации. Все как обычно. Тут и я смотрю, что военная машина замешана. Вот. Полилась вода из люка. И машины начали просто сбиваться в кучу, потому что больше не смогли тормозить. Это Бессарабская площадь. Ну вот возле Бессарабского рынка. А я сейчас выйду на Крещатик. Вот сюда. Ну, это просто коммунальная авария, типичная авария для Киева, скажем так. Но виноваты, естественно, коммунальщики, больше никто, потому что за трубы отвечают именно они. Интересно, что чуть выше того места, которое порвало, там уже все трубы заменили, а вот тут еще, похоже, где порвало, тут старое. Ну, вот и результат.